много времени, вопросов мне не задавай. Глазами добрыми и верными руки моей не задевай, руки моей не задевай. Проходи весной по лужицам, по следу, следу моего. Я знаю, снова не получится из этой встречи ничего, из этой встречи. Что ты мне враг, что ты беда моя тяжелая, а ты не враг, ты просто фраер, и вся игра твоя дешевая. На площади манежной бросал монету в снег, загадывал монетой, люблю я или нет. Шарфом ноги мне обматывал, на воронье. Но вот в последний раз прощаемся, в глазах не сине, не черно. О, проживешь, не опечалишься, а мне и вовсе ничего. Но
может быть и больше, а может быть и меньше, чем 15. Испуганными голосами мне говорили: пойдем в кино или в музей изобразительных искусств. Я отвечала им примерно вот что: мне некогда. И победив себя, ты будешь говорить.